Всем привет! Сегодня смотрим, что в коробке игры, которая называется Seasons или Времена года. Сама коробка большая, даже размером немножко превосходит 5 племен. Тоже довольно тяжелая. В эту игру могут играть от 2 до 4 игроков, от 14 лет. И сама игра занимает около часа. Но если играть вдвоем, то, наверное, минут 40. Итак, первое, что мы видим, это руководство, правила, большой красочный буклет. И в коробке в игре вот такой замечательный органайзер. Все очень продумано. То есть тут видно, что есть выемки, допустим, для этого поля. Далее выемка для этого поля. Планшеты, то же самое, складываются вот сюда. Поле подсчета кристаллов. Далее само игровое поле. Все очень красочное, отличного качества. 4 планшета игроков. Далее вот такие жетоны энергии. 4 вида. Это вода, огонь, воздух и земля. Различные кубики. И большие кубики, это кубики сезонов, соответственно, по 5 кубиков на каждый сезон, на каждое время года. Сами кубики тоже замечательного качества, очень тяжелые, и в органайзере они тоже, конечно же, находятся в своих отделениях. И такая большая колода карт, которую можно поделить на карты начального уровня и карты более продвинутого уровня. Карты, я бы сказал, тоже неплохого качества, довольно плотные. И опять-таки карты складываются в соответствующее углубление в органайзере. Итак, вот таким образом выглядит игра Seasons или Времена года. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем хорошего дня!